Он всех любил, никогда никому не показывал, что кого-то любит больше, всегда боялся кого-то обидеть, всегда пытался всем уделять внимание. Брата тоже очень любил, потому что брат назван в честь его, тоже Гейдар. И он прям, когда заходил, у дедушки прям лицо сверкало. Всегда он выглядел вообще уникально, очень красивый, конечно, был. Я когда его молодые фотографии смотрю, ну, прям даже вообще очень красивый. Ну, это все говорили. Да. Ну, даже это все-таки красота, это еще и аура, какой-то вот магнетизм. В нем это было, сила прямо чувствовалась. Он ее очень сильно любил, она его тоже очень любила. Потому что ведь они когда познакомились, был такой период, что ему нельзя было с ней общаться. И ему сказали, что как бы если ты будешь продолжать ей звонить, ты потеряешь свою работу, позицию. И он каждый вечер все равно ночью ходил около ее дома, с ней встречался. То есть он не отступился от нее, полностью продолжил свои отношения, с ней не предал ее. Он в судьбу верил, в Бога верил. И даже самый тяжелый, самый трудный момент, он всегда как-то спокойствие очень сильное находилось. То есть с ним даже, вот, не знаю, самое, что худшее, может быть, с ним чувствуешь, что ты абсолютно в безопасности. Его люди, очень многие люди предавали, близкие люди, ну как бы... Я еще маленькая была, я уже больше это потом осознавала, но люди, которые клялись, что вот лучше вас нет, мы жизнь готовы, шли за спиной, делали такое, ну, наверное, политики это просто неизбежно, потому что без этого как бы надо просто верить в свои силы и доверять только себе и самым близким людям. Он вернулся в Азербайджан в 90-е годы, период, когда просто самый тяжелый, самый как бы нестабильный для Азербайджана. Это как бы он ехал чуть ли не вообще, ну непонятно куда. И в этот период он сам по собственной воле вернулся, и как бы тоже знал, что это его родина, и он должен в тяжелое время быть там. Накануне его смерти я увидела сон, что мы... сидим, как бы, я, там, моя сестра, брат, у него дома, и почему-то очень сильно переживаем, очень сильно, я ощущаю очень сильное переживание, и в это время он спускается, и он очень красивый, одет костюм красивый, так очень хорошо выглядит, и он идет, как бы, я иду за ним, говорю, не уходи, куда ты, а он говорит, мне надо идти.